В ефірі програма «Новий день». До студії завітала Слободяник Марина, фешн-блогер, співачка, телеведуча та тревел-блогер. Вітаю тебе, Марго. Здравствуй, Інеса. Марго, ти активно займаєшся спортом. В тебе було своє модельне агентство, та й ти сама фотомодель. Ти співачка, ти телеведуча, ти відвідуєш фешн-покази. Скільки ти вже професій змінила? Не могу сказать, что я поменяла много профессий, просто я себя ищу. Как бы человек, я считаю, должен развиваться. И если ты чувствуешь, что ты что-то можешь, надо обязательно пробовать. Потому что в этом, наверное, есть смысл жизни. Не сидеть дома, а развиваться и как-то развивать себя. Какие ты профессии освоила уже на сегодняшний момент, можно сказать точно? Ну, журналист. Я, как и ты, вот сегодня, кстати, мой дебют, и первый раз у меня берут интервью, потому что обычно делаю это я, и занимаюсь я этим. Вот, поэтому так как-то мне не очень привычно. Журналист, у меня была, как правильно ты говоришь, своя модельная агенция, она еще, правда, и существует, но как бы у меня просто не хватает времени этим заниматься сейчас так упорно, как я делала это раньше. Вот. Ну, сейчас первый проект уже сделала, это песню мы сделали. Как называется проект? Марго. Когда начала зарабатывать свои первые гроши? Мне было 18 лет или 19. Я уехала в Америку, и было очень интересно, потому что моя мама вообще не хотела меня никуда пускать. Я была таким комнатным растением. Я не умела ни готовить, ничего делать. Мама все делала за меня, можно так сказать. И вот я решила поехать в Америку. Был такой walk and travel, вот студенты ездят. Вот. И там была работа, брали студентов на работу в Диснейленде. Я очень загорелась, открыли мне визу, я вот с подругой полетела в Америку. И вот Америка мне дала какой-то такой старт, потому что я там встретила очень много интернациональных таких друзей своих, ребят. И как-то мы начали сразу работать, учиться. У нас тоже была там учеба, английский язык мы изучали. Я работала по 16 часов в сутки, реально. Я просто приходила домой, ложилась спать, и утром опять там в 6 утра у меня начиналась работа. Вот. Но когда я приехала домой, я уже чувствовала себя абсолютно полноценным таким человеком. Когда ты зарабатываешь сама, ты уже как-то... Ну, это приятно очень сильно. Існує такий стереотип, що гарна дівчина, то обов'язково їй хтось повинен допомагати або просто так давати кошти. А насправді це не так, тому що ця гарна дівчина, на сьогодні співачка, працює з юнацтва. Ну, знаєш, я завжди говорила, я би так хотіла встретити мужчину, який би обо мені позаботився. Ну, ми знаємо друг друга давно, я тобі це завжди розказувала, що, боже, мені так я устала бути сильною, мені хочеться немного розслабитися, і, звісно, щоб... Так, меня оберегал мой любимый человек и помогал мне в чем-то. Но пока я, можно сказать, такого человека не нашла, и потому что я сама очень сильная личность, я так считаю, и я слабаков возле себя не держу, мне неинтересно. Поэтому как бы я пока, я не могу сказать, что я сама, я свободная просто. Вот, и мне интересно. Повернемося до твоїх професій. Да? В тебе їх сьогодні досить багато. І такі вони всі публічні. А ким ти мріяла стати в дитинстві? Співачкою. Все ж таки співачкою. Тобто зараз якраз здійснюється твоя мрія. З возрастом цілі міняються. От я можу сказати, що зараз у мене, наверное, мечта бути мамою, якщо чесно. Тому що в дитинстві там як-то ми... Ну, то, що я зараз роблю, це вже не мечта, це просто... Просто это интересно, хочется себя все-таки попробовать, потому что я в детстве пела, танцевала, ходила там на разные кружки, и это, ну, это просто мне интересно, можно сказать, даже хобби, наверное, так, вот. А мечта, наверное, кем я хочу быть, это мамой. Песня называется «Дыхание любви». Как створювалась эта песня и как ты ее записывала? Это было очень интересно. У нас была съемка, так как я работаю для телеканала в Монако, в Монте-Карло. У нас была очень интересная съемка, фестиваль в Турции с многочисленными звездами, которые мы снимали. И у меня своя команда. То есть я собрала свою команду. И мы полетели в Турцию. И как-то у меня перед этой поездкой возникло такое желание, думаю, там будут такие интересные локации. Турция
прекрасная страна, очень красивая, богатая природа там. И я позвонила своему другу очень хорошему, он режиссер, Олег Пилипенко, и я спросила, а не снять ли нам какой-то клип? Вот, но только нужна вот песня, мне нужна какая-то интересная, ну, красивая песня. Вот, он говорит, давай, почему нет, давай попробуем. Я говорю, как раз совместим этот процесс, давай. Я позвонила Георгию Луданову, который написал мне прекрасную песню, причем сделал он очень это быстро, так как парень очень талантливый. Вот, и, в принципе, вот так она и... родилась эта песня «Дыхание любви», и записала я эту песню на студии у Алсу в Москве, вот, где саунд-продюсер был Игорь Крюков. Вот, ну, вот так, собственно, потом и сняли клип на эту песню. Зараз ми насправді маємо унікальну можливість. У нас сьогодні прем'єра. Ми зараз з вами переглянемо відеокліп на пісню «Дыхание любви». Це пісня вперше побачить світ саме на нашому телеканалі. Ветер, ты не заметишь, как прилетит и крылья даст. И на планете волшебный ветер, конечно, есть и для нас. А сейчас мои чувства в сердце впусти, и тогда ощутишь ты дыхание. Как море, поймешь ты скоро, что нет границ в нем для нас. Там глубоко, но нет глубже моря, чем океан твоих глаз. А сейчас мои чувства в сердце впусти, и тогда ощутишь ты дыхание любви. Ни к чему, ведь зачем разделять день на солнце и луну? Без твоей любви мне больше не відбувались зйомки кліпу? Що запам'яталось найбільше? Мені запам'яталось то, що ми шукали локації, і так як часу у нас було дуже мало, тому що ми утром... У нас були зйомки фестивалю, і у нас залишалось десь 4-5 часов на то, щоб кожен день виїжджати, шукати локації і знімати це все. Вот. І то, що мені запам'яталось, це я знайшла дуже цікаву локацію. Это каньон, по-моему, он Гюйнюк называется, или, ну, точно, честно, не помню. В Анталии, в Кемере, он такой красивый, там просто сказка. Я, когда его увидела, я прибежала к ребятам, говорю, там такая крутая, классная локация, мы должны там снимать все. На следующий день мы едем туда
снимать, делают там мне макияж, все остальное. Я захожу в воду, я понимаю, что я не зайду туда. То есть там ну, настолько сводит ноги, плюс 6 градусов. Это горная вода, из гор тает снег, талая вода. И вот образовался такой каньон. И я захожу и понимаю, что нет. Я вот так поворачиваюсь к ребятам, говорю, я не буду здесь снимать, я не могу, я не зайду. Я просто туда не зайду, это нереально. Ну, в итоге... Я решила, я говорю, ну, наверное, мне надо просто выпить еще какого-то виски, наверное, потому что это нереально. Мне дали такие носочки, термоноски, чтобы хотя бы мне хоть как-то тело согреть. Ребята все были в термокостюмах, полностью одеты, операторы, фотографы. А мне пришлось, я хотела как-то термокостюм хотя бы вот так одеть, но там вода, все видно, и это было нереально. Сколько ты вытримала там, Саша? Час, наверное. Потом уже было так, что мне уже было тепло, я уже не понимала, мне в голову было жарко, потому что было очень жарко, а вода внизу, ну там плюс 6 градусов. То есть я уже не понимала, что со мной, ну, происходит, и это надо было делать вид, что так все тепло, красиво, там улыбаться, там, ну как-то так. Поэтому вот это я, наверное, вообще не забуду никогда в жизни. Ось на такі жертви можна піти заради гарного відео. Можна, да, но на самом деле все артисты, вот очень интересно, вот я со многих артистов знаю, общаюсь с ними, и могу сказать, что кто-то, кто смотрит по телевизору, все думают, даже вот журналисты, да, все думают, это так классно, это просто вот ты на камеру там играешь, и ты такая красивая, ты в жизни ничего не делаешь, просто вот себе игрушки такие. Но на самом деле в это вкладывается столько души и труда, и вот любой артист, вот допустим, я восхищаюсь там, допустим, Светланой Лободой. То есть это артисты, я называю это артисты-пахари или Ани Лорак. У них столько духовной силы в первую очередь, потому что это колоссальный труд быть артистом вообще. Это колоссальный труд выглядеть так замечательно, идеально, красиво. Ведь на тебя везде люди смотрят, обсуждают каждую клеточку твоего тела. Там целлюлит или еще или что-то. Позитивно. Да, не всегда позитивно. Ты должна доказывать всем, что ты можешь и то, что ты идеал. Вот как бы так. И поэтому со стороны, кто смотрит там какие-то клипы, все думают, а, ну это так легко, на самом деле это очень сложно. Ты когда выбирала себе песню, да, ты выбрала у поп-стиле песню. Да. На какой музыке ты выросла? На разный. Я люблю вот попсу, как вот просто попса это более коммерческий такой, коммерческие проекты, и ее больше слушают. Ну, из виконавців, кого люблю, ты могла згадати. С дитинства. С дитинства. Алсу. То есть я всю жизнь любила Алсу. Я не знаю. Я когда познакомилась с продюсером Алсу, я вообще, я говорю, я даже бы не думала, что я вообще когда-то там в детстве, там, где я на нее так смотрела, мне очень хотелось быть на нее похожей. Для меня это такая, ну, как бы, это такая женщина настоящая. Она не пошлая, она такая элегантная, красивая, скромная. А можешь зараз наспевать улюбленную песню? В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима. Ну и так далее. Супер, такий мелодійний, гарний голос і дуже цікавий тембр в тебе. Дійсно, я впевнена, що я тебе пізнаю із тисячі. Да, спасибо большое, очень приятно. Чи є в тебе продюсер? Нема. Нет, не ви чули? Немає. Немає продюсера. Тут якраз вільна, розкішна співачка. Подумайте над цим. Ну, поки ні, на самом деле. Тут даже не так продюсер, тут нужны колоссальные вложения. Вот в любой бизнес-проект, я всегда вот говорю, нужны вложения. Я даже вот помню, я всегда беру элементарный пример. Я, кстати, когда-то в детстве занималась Мари Кей, такая косметика, да? Я уже помню, что тогда нам надо было что-то потратить, вложить, купить какой-то там определенный пакет, чтобы 40% скидки у тебя было. То есть, понимаешь, да? То есть, поэтому найдутся деньги, найдется продюсер, наверное, я не знаю, ну, как-то так, потому что в любой проект надо вкладывать, конечно. Чи є в тебе вже наступна пісня? Є, да, есть следующая песня. Она будет называться «Аномалия». Она будет немного в другом стиле, и, скорее всего, клип — это будет студийная съемка уже. Но пока мы думаем над этим. Это еще секрет, или можно ее уже трошки заспевать?
Ні, 20 це буде секрет. Ти прийдеш і презентуєш нам свій новий кліп. Да, наверно, так і буде. Марина, що тебе надихає? Меня вдохновляют путешествия. Я очень люблю путешествовать, я космополит. У меня, я сама украинка, родилась в Украине, но я безумно люблю вообще весь мир. Я очень переживаю всегда, когда там возникают какие-то войны, когда там ссорятся народы и все остальное, потому что у меня друзья по всему миру, и для меня это вообще неприемлемо. То есть я патриот вообще земли. Я патриот всех стран. Я за мир во всем мире, когда вот в детстве нас учили. Які в тебе плани на майбутнє? Плани на будущее – це взагалі розвиватися. Ну, работать, розвиватися, виходити замуж, рожати дітей. Ну, как бы вот так вот все. Все очень банально, но очень приятно. Дякую за таку приємну, таку чутливу, справжню розмову і за традицію твої побажання нашим глядачам. То, що я хочу пожелати всім людям, в першу чергу, це здоров'я. Всем, чтобы ваши семьи, ваши дети, родственники, родители все были здоровы, а от этого и есть счастье. Потому что когда человек здоровый, он может все делать, он хочет утром просыпаться, идти на работу, он хочет зарабатывать деньги. Ну то есть все, здоровья хочу пожелать всем. У нас у студии была Марина Слободяник, фешн-блогер, співачка, фотомодель, телеведуча, журналіст. Ось такий приємний, яскравий, енергійний вийшов у нас понеділок. Рухаємося далі, не перемикайте.